Тема моего доклада о том, как мы готовим high-load микросервисы в SBTech. Первое, что я начну, это покажу вам, как Игорь говорил, меню. О чем мы будем говорить? Я расскажу о стеке, который мы выбрали. Расскажу чуть причины, почему этот стек именно такой. Потом где-то посередине доклада я переключусь и начну травить за F-Sharp. После этого расскажу про тестирование микросервисов, сервисов, whatever, как мы это все делаем. Ну и для начала стоит отметить вообще, что такое SBTech, компания, где я работаю. Я работаю в этой компании уже где-то полтора года, может чуть больше. Позиция у меня архитектор. У нас есть микроюниты. Все люди думают, что они в микросервисы пришли и так все бах и начали сервисы плодить. На самом деле компания должна на уровне организации тоже как бы раздробиться. И у нас есть микроюниты. Каждый из микроюнитов может выбирать, там, грубо говоря, свой стек технологий, языки программирования, whatever. Это все у нас freedom. У нас разные. Есть Node.js, есть, короче, есть .NET, есть не только .NET. Вот. Я работаю в направлении, которое мы называем Next Gen. Это Next Generation. Все новые штуки, которые появляются в SBTech, какие-то новые API, push-based queryable API, всякие сложные штуки для того, чтобы handlить scale. Собственно, этим я занимаюсь. Ну и по цифрам, что такое SBTech, это самый большой biggest provider support offering. У нас, чтобы простыми словами, вы можете поставить bet на какую-то футбольную игру в, не знаю, на третью лигу в Казахстане. Ну, короче, можно ставить на что угодно. У нас нереальное количество игр. Дальше у нас очень много regulated рынков. То есть мы работаем по схеме B2B в основном. Это у нас есть какие-то операторы, которые рубают капусту, и мы им как бы выкатываем наш софт, машинки, все под них открываем, и они рубают капусту, а мы себе фи берем. Вот. И в разных странах разные regulated рынки. Например, там в UK он очень жесткий. И если ты там начинаешь факапиться, тебя просто с рынка выбросят, и ты лицензию, скорее всего, потом не получишь через 20 лет. Вот. Это все заставляет быть мега customizable. И, грубо говоря, когда ты ставишь какую-то ставку, ты не просто ее там можешь поставить, позволить человеку поставить, и она пройти, грубо говоря, вот этих regulated чуваков, проверить, что этот чувак может ставить ставку. Если он не может ставить, то там ему вернуть error. Это все очень напряжно. Потом у нас есть лимиты на bet, и сколько человек может в день ставить, какой value он может там на 1000 баксов ставить ставку, ну и так далее. То есть там очень много вот этих правил. Потом у нас по микросервисам сейчас где-то у нас 200 разных типов. В среднем сейчас инстансов где-то штука работает. 5 дата-центров, которые мы сами поддерживаем. То есть это реально дата-центры, которые мы сами менеджим. И в лайве у нас где-то в пик тайм 500 concurrent игр. И по нагрузке у нас где-то 100 реквестов, это только с Азии идет. Плюс-минус, это в среднем. В пик таймах это гораздо больше, чем 100. Это только один регион дает. Грубо говоря, чтобы простыми словами описать это, у нас в SBTech есть и high-load, и вещи, связанные с нереал-таймом. High-load, я подчеркиваю, это больше как, ну, как бы проблемы, которые завязаны на какой-то volume данных. То есть на вас реально наваливает куча реквестов, вам нужно как-то их хендлить. Нереал-тайм — это чуть другой спектр. Это вам нужно очень быстро там респондить. Вас тут больше не столько парит, сколько вы количество хендлите, сколько вот, насколько вы быстро отдаете. У нас есть и те как бы use cases, что как бы доставляет много интереса и челленджа. Сразу по стеку. Базы данных быстро проходим, я не буду останавливаться. Мы спрыгиваем с SQL сервера, он у нас есть, но его, как мы поняли, тюнить очень сложно, скейлить тоже, он очень плохо скейлится. Если вы не Денис Резник, скорее вам не повезло. MongoDB у нас используется как для всяких CQRS сценариев, как read-модель и для источника правды. Мы там разные моменты сторим. Elasticsearch в основном раньше был для логов, сейчас он у нас тоже есть в домены заходит, где он будет использоваться как полноценная база. Он очень хорошо скейлится. Postgres у нас
на пейментах сейчас точно есть. То есть там, где, грубо говоря, нужен SQL, вот эта вся транзакционность, мы юзаем там Postgres. Причем мы там юзаем binary в кейсе вот с Postgres, у нас там event sourcing, и мы ивенты сторим в binary JSON. Он там уже очень давно поддерживается, мы проверяли, как по нему идет search, классный индекс, и все работает нереально быстро. InfluxDB для всяких метрик, я потом расскажу. И Aerospike у нас для кэша. У нас есть Redis, я о нем расскажу на одном проекте, но в основном у нас сейчас заходит Aerospike. По поводу stateless сервисов, я сейчас не говорю, это сюда все как бы заходит, и микросервисы, и просто сервисы. Я вот в основном делаю просто сервисы, то есть это нельзя назвать микросервисами. Для роутинга мы используем лайтовый фреймворк Nancy, вы, наверное, все его знаете или слышали о нем. Это просто лайтовая либо, которая вам позволяет очень легко роутиться. И чувак у нас, который девелопит какой-то микросервис, он вообще ничего не знает, грубо садится, пишет какой-то класс, отнаследовался от модуля, все. RabbitMQ. Rabbit мы используем для месседжинга. Понятно, наши микросервисы как-то должны общаться. В самом начале мы сильно зафокапились в том плане, что мы начали его использовать как не только async message pass, да, синхронно, а также синхронно RPC. Во-первых, если вы зайдете на страницу документации, там написано, что так не надо делать. Второе, это то, что с ним нереально много проблем, то есть именно с RPC. Это, во-первых, очень дорого, то есть под каждый request там queue создается. Во-вторых, мы это, короче, захачили, мы там одну queue держим постоянно, ну, как-то оно работало. И третье, наверное, это даже не, да, второе, это куча проблем с тем, что ты реально не выкупаешь, когда у тебя фейл происходит. То есть если у тебя есть как бы клиент и там какой-то таргет-сервис, у тебя посередине есть этот Rabbit. И вот если request идет, и он фейланулся, ты реально не можешь понять, где он фейланулся. Это он фейланулся, потому что что-то с Rabbit произошло, у нас это было, какая-то федерация отвалилась. Или это случилось из-за того, что как бы твой таргет не смог там что-то обработать. То есть очень сложно. Ну и третье, самое, наверное, самое фиговое, это то, что out of the box, вот вы все, что вы возьмете для RPC, там gRPC, HTTP, все, что у вас есть out of the box, здесь его вообще нет. Вы будете сами писать. Всякие метрики, трейсинги, correlation ID, хедеры, все сами наваливаете. С этим как бы, ну, подкупало то, что типа у тебя service discovery с коробки. Типа, вот и все. Мы это все пофиксили, мы используем консоль для разных кейсов. Один из них это Service Discovery, там есть, мы работаем с конфигами тоже через консоль. В общем, очень хорошая штука, она сейчас зашла везде. Poly — это библиотека, которую вы можете прям дома сейчас прийти и заюзать. Это библиотека, которая позволяет вам хендлить кучу вопросов с общением с микросервисами. И это грубая реализация каких-то стандартных паттернов, типа там retry, fallback, разные, например, вы там фигачите сервис, он вам не отвечает в течение какого-то там времени, а вы там хотели какую-то иконку юзера. Вот вы не должны в этом кейсе фейлиться, вы берете там fallback, реализовываете и возвращаете какую-то дефолтовую иконку. Юзер же лучше, чтобы вы не зафейлились, а хотя бы, ну, хоть что-то показали, да. Вот. Ну, такие, короче, паттерны, там, тайм-аут, ретрай мы реализовываем на этой штуке. JVT токен, такая иконка прикольная. Короче, эту штуку мы для авторизации, идентификации используем. То есть у тебя есть токен, туда зафигачивается самые базовые там user ID, там, не знаю, сайт ID, оператор ID, короче. И это все идет по API, ты можешь это доставать. Тебе не надо в базу ломиться каждый раз, там проверять, что юзер идентифицирован, нет, вот эти все моменты. То есть у тебя более, ты, грубо говоря, более stateless. Conk. Conk — это API management фигня, то есть она, собственно, валидирует JVT токен. Грубо говоря, у тебя есть публичный API, туда валит request, и он как бы валидирует его. Он с JVT токена может экстрактить какие-то данные, вваливать их в хедеры. Если твой API уже тогда не dependent на какой-то JVT, он там expected что-то с хедера потянуть, то JVT токен делает эту штуку. Ой, Conk, sorry. Под капотом Conk — это просто Nginx, и поверх него навернут оболочка. Fabio — это load balancer, написан на Go, мы его используем. Как вы поняли, вся эта штука вообще, ну, мы on-premise. У нас свои дата-центры, и мы не можем просто взять там в Azure там что-то развернуть. Вот, поэтому у нас как бы много сложностей из-за того, что в .NET ничего по сути нет. Когда мы начинали это все где-то год назад, ну реально и сейчас в .NET ничего нет. Я вообще в шоке. Пришел на конференцию, тут рассказываю, какой .NET крутой, come on. В общем, там ничего нет, никаких микросервисов. Вот, ну, к примеру, в Java есть Spring Boot. Там реально все Васи его юзают, все. И это все круто работает. В .NET ничего нет. Ничего нет, что я под это имею. То есть ты ничего не можешь сделать. У тебя микросервисы, ни метрики, ни какие-то, не знаю, раунд, ну, какие-то
это мэппинг, вот эти все штуки с роутингами, лот, балансеры, зарегистрировался, сервис Discovery, у тебя вообще ничего нет. Мы построили такой фрейм, ну, грубо говоря, сделали либу такую. Ничего, это не велик, мы типа не выдумываем что-то свое, мы просто композим с этих компонентов. Мы ее называем TechClient, туда всунули Zipkin клиент, всунули эту поле, еще что-то. И наш клиент, вот когда он общается с микросервисом, ему не надо вообще знать ничего про роутинг, вообще ничего. То есть что он делает? Он просто референсит контракты, well-defined data, какая-то структура, классик какой-то галимый. И у него есть там namespace, этот класс, все. По этих штуках наш TechClient ломится в консул. В консуле у тебя сервис зареган, он по консулу выкупает роутинг и фигачит request на Fabio, а Fabio делает load balancer. Следующий этап, который мы будем делать, мы это заopensорсим. Потом мы хотим сейчас сделать client роутинг, чтобы ты вообще мог это делать без всяких, грубо обходиться без Fabio. Ты можешь очень умный роутинг делать там по нагрузке микросервисов, то есть все эти как бы стратегии, которые есть стандартные, там, сколько он там месседжей прохендлил, сколько у него там в буфере висит, и он там от этого роутит на разные микросервисы. Ну, это так делает Netflix. Мы эту идею как бы не сами придумали, мы это просто смотрим, как другие делают. По поводу stateless сервисов. Я вчера это вкидывал в Facebook, там куча народу что-то лайкала, куча не лайкала, и были злые, что stateless, как это так, они же скейлятся офигенно. Да, они офигенно скейлятся, но вы должны просто смириться с тем, что они wasteful, потому что у вас на каждый чих идет раунд-трип в базу постоянно. Куда бы вы ни это, вы постоянно в базу. Что-то сделать, постоянно в базу ломишься. За последнее время, что, грубо говоря, что я в SBTech работаю, я, наверное, один вот дизайнер этой payment-системы, там stateless, все другое полностью stateful. Уже третий проект, два проекта stateless, там с CQRS и event-sourcing'ами два, вот полностью stateful. Мы для stateful сервисов используем разные технологии. Одна из них — это акторы, distributed модель виртуальных актеров от Microsoft. Orleans — очень хорошая штука. Она у нас на трех проектах для разных use cases используем. Player, там у тебя есть сессии, моделинг делаем на нем. Есть другие кейсы, о которых я скорее не хочу сейчас рассказывать, они больше под NDA, как мы делаем их. Ну, Orleans у нас очень хорошо зашел, такая bulletproof технология. Кэш. Есть кейсы с Orleans, вот, кстати, где у нас one to many. Это фиговый кейс для актора, потому что в основном акторы очень классные, когда у тебя есть уникальность. У тебя есть, пришел чувак, и вот под него есть ресурс. Только он в него долбит, и у тебя как бы нагрузочка, все четко как бы хендлится. И плюс акторы, ты можешь использовать вот этот Orleans как кэш-лейер. У нас есть клиенты, у которых небольшая нагрузка, там, ну, я не знаю, там, сколько там, 200-300 юзеров concurrent сидит, им этого Orleans с головой хватает, там вообще ничего не надо. Ты его реально используешь как кэш, все. Есть кейсы вот там, где 100K я показывал, там это все не прокатит, потому что в один актор начинает наваливать очень много реквестов, и он как бы захлебывается, все, и сдох. Поэтому мы стараемся эти моменты пофиксить, как мы это делаем, грубо выставляем кэш, и актор твой хендлит просто кэш, он апдейтит свой стейт, апдейтит кэш, а респайк там этот стейт спредаутится по нодам, и у тебя как бы очень классный респонс получается. Ну, то есть это трики, вещи, но ареспайк мы не только используем для этого, то есть вообще как кэш-лейер. Это база, грубо, NoSQL база, которая поддерживает secondary индексы, то есть вы реально там SQL-ный синтаксис, то есть как key-value store, но ты реально SQL можешь писать, доставать там всякие, ну, делать всякие query. Если сравнивать с Redis, в Redis есть, он быстрее Redis, первое, он sync, у него очень быстрый sync между geo-дата-центрами, он реально наваливает, нереально быстро синкает данные. У него еще каких преимуществ? Ну, secondary index, то, что я сказал, если сравнивать с Redis, у него есть kill фича, это типа PubSub очередь. Если вы там какой-то event sourcing делаете, вы можете это юзать. Мы, кстати, рассматривали, но потом забили болт. Ну, короче, у нас на одном проекте Redis только остался. В основном все идет в RSpike. CIP, Complex Event Processing. Вот мне бы хотелось сейчас дотнетчиков послушать, чтобы они рассказали, какой .NET крутой. Короче, этой штуки вообще в .NET нет. Вообще нет. То, что есть в Azure, они реально там тоже юзают какие-то джавовские либы. Чтобы вы поняли, в Java этих штук 5 или 6 альтернатив. Что это такое? В двух словах. У вас есть база данных, у вас есть запросы. Эти запросы наваливают, у вас есть данные, и вы как бы долбите эти данные, постоянно респонсы получаете. Эта штука работает наоборот. Вы наваливаете первую кверю, грубо регистрируете, и потом эту кверю начинаете долбить данными. И она вот когда, грубо говоря, у вас идет секвенс бесконечных данных и стоит кверя, и вот оно проходит этот секвенс и реагирует на определенные паттерны с ивентами. То есть у вас наваливает
стрим-ивентов, и оно очень реагирует грубо на них. У него в этой штуке есть там разные операторы, грубо как на линке ты можешь там фильтрить, матчить и все такое. Но кроме этого всего у него есть такие штуки, как window, например, окно. То есть попадает у тебя какое-то окно, вот, например, там в Uber вышел чувак с машины, какой-то ивент. Это вам дается там окно в 10 минут. Если этот ивент еще торчит 10 минут, и другой там ивент не зашел, ты можешь зарейзить там какой-то алерт и все такое. Эта вся штука, она нужна для не реал-тайма. То есть вот быстро реагировать. В нашем кейсе мы ее точно используем на бонусах сейчас. Программируется это все на Scala. Ну, Scala как бы это известный функциональный язык на JVM. Можно сравнивать частично с F-Sharp на .NET. Она уже одной ногой в Enterprise, в Киеве, наверное, я не знаю, сейчас позиции 15 есть открытых. Вот. Все, в принципе, high-load вещи пишутся сейчас на Scala. Ну, если брать JVM, на Java пишут там всякие сайтики для шуб, а весь high-load пишется на Scala. Вот. Если, ну, почему выбрали Flink? Есть дофигища альтернатив. Ну, не дофигища, их там Samza есть, Spark. Ну, нужно понимать. Короче, в двух слабах он очень flexible. И позволяет, у него там и микробатчинг API есть, и event-based, то есть вы реально per event можете реагировать очень быстро. Ну, короче, он scalable, под капотом там HDFS, Hadoop бежит. Ну, в общем, очень крутая штука. Стриминг. Это вообще мега фишка. Она зашла нам где-то месяцев 7 назад. Стриминг данных, то есть… У тебя есть микросервисы, у нас эти 5 дата-центров, и по ним, чтобы вы поняли, бегут данные, поток целый. И мы можем там типа подписываться на этот поток, реагировать. Это как бы стандартная схема, которую там показывают стримингом. У тебя есть базы данных, и ты типа синкаешь. У тебя заваливаются данные в эту стриминг-платформу, и после этого ты начинаешь там синкать между базами. У нас это все не так, гораздо круче. У нас есть дата-центры, между дата-центрами этот дата-стрим бежит. Еще центральный есть, куда это все сливается. Мы используем для этого всего волновую штуку Kafka. В принципе, это как бы сейчас реально must-have штука. Какие бенефиты? Это, во-первых, у нас бридж между микросервисом, то, что я сказал, у нас дата-центры, все это сливается. Мы сейчас все данные там реально валим. Начинали мы все с метриков, с логов, то есть мы логи туда валили. Сейчас мы наваливаем туда все. То есть у нас весь спорт-контент бежит, поэтому у нас беты, короче, ставки, все туда валят. И потом уже по базам, и дальше какие-то сервисы могут свои ивенты туда вбрасывать, другие реагировать, PubSub, эти все штуки тут работают. Важный момент. Production traffic. Так как у нас бежит production traffic, у нас девелопер любой может сейчас просто сесть, открыть Visual Studio и подрубиться к продакшену. И весь флоу вот этого продакшена пустить через себя. Это мега крутая штука. Мега. Просто нельзя, ну, недооценить это. То есть вы реально на своем девовской тачке production traffic гоняете. И если вы пилите какую-то фичу, особенно вот с хайлоадом, это важно, вы хотите увидеть, что ваша фича не тормозит сильно. Вы как бы подключили, смотрите, открыли метрики, смотрите, как оно там по графу вам наваливает. Хорошо, нехорошо. Вот. То есть это один из таких kill, типа как сайд-эффект, но он мега важный. По логам. У меня цифры только по логам сейчас есть. У нас 80к логов в секунду наваливает, в overall 2 терабайта в день. Структурное логирование. Это все по техническому стеку сейчас иду. Что с этим делать? То есть есть обычные логи, они не прикольные, текстовые. Что с ними делать? Вешается какое-то бревно, типа логстэша, которое начинает парсить. Оно парсит его. Он, во-первых, парится, чтобы запарсить, жрет CPU. И часто там какие-то паттерны начинают валиться, децималы начинают парсить не так. Ну, короче, куча с ним проблем. Структурное логирование, вы просто когда наваливаете в лог, у вас есть какой-то баундинг, вот это типа key value штука. После этого вы можете любой формат там в JSON, в XML, все хотите, наваливаете. У нас это работает так. Есть какой-то микросервис, мы используем библиотеку SeriLog. И этот SeriLog наваливает там в текст или в Elasticsearch параллельно. То есть у нас, я не помню, сколько сейчас машинок, но, в общем, эластик у нас загнулся, и мы начали наваливать в Kafka. Это как бы первый use case, где мы ее как бы протестили, что она нормальная. Она у нас падала раза три. Вот. Ну и наваливает потом в эластик. У нас, кроме этого, у нас есть Google Cloud. В Google Cloud у нас mirroring стоит, Kafka центральная. И если у нас сейчас падение происходит, мы как бы сразу свичимся на ту, которая в клауде, ну, в клауде работает. Метрики. Это очень важная штука. Для метрик мы используем InfluxDB. База данных написана на Go. Довольно шустрая enterprise-версия. Короче, кластеринг. За кластеринг надо платить бабки. Но если у вас, я не знаю, сервисов
ну, не знаю, штук 20, вот ее довольно хватит. И да, даже больше, чем 20, и плюс ее скейлапить можно. То есть вы можете, ну, она бесплатная, по-моему, open source, даже если там один инстанс ранится. Вот. Для всяких графов, каунтеров, все такое мы юзаем Grafana. И Zipkin — это чтобы показывать и отслеживать latency и топологию вызовов в нетворке. Вот так выглядит Grafana. Это типа вот каунтер, и ты заходишь там, JC можешь там смотреть, сколько у тебя там навалено, можешь смотреть, ну, разные. По бизнесу у нас много всяких метрик, каунтеров разных, приходят туда. Zipkin. Это Zipkin. Так выглядит. Эта штука написана в Твиттере, кажись, даже на скале. Вот. Она показывает топологию вызовов. Здесь ты можешь видеть, ага, вот ты тут вот этот сервис пошел, здесь он пошел, сделал кол в базу данных, сколько он забрал, сколько время прошло на это все, потратилось, потом дальше что он сделал. То есть типа ты визуально это все видишь. Вот в кейсах, где тебе latency надо контролировать, это как раз незаменимая штука. В .NET есть библиотеки для этого, штук 3, все такие не очень, одна там более-менее нормальная, сейчас официальная от них. Вот. То, что я упоминал, у нас есть этот T-Client, вот в него включен, ну, это, грубо говоря, библиотека, которая, через которую ты работаешь с микросервисами нашими. И в нее засунут этот Zipkin, StatsD. Когда ты делаешь call, у тебя вот эта вся штука, ты ничего не пишешь, она сразу пишется, отсылается метрики, каунтеры в Zipkin, и оно по контракту выкупает, какому микросервису ты делал call, и прорисует эту штуку. Ты вообще для этого ничего не делаешь. Это мега классная штука. Дальше. О, я уже дошел до половины, как раз тут я сейчас и начну топить. Functional programming. По статусу, что у нас на сегодня есть? У меня две команды, которые пилят сейчас на F-Sharp. Stateful application. Мега сложные. Очень мега и мега очень нагруженные. Я не знаю, сколько мы сейчас с месседжей там на одной. У нас, я не знаю, у нас там с Kafka есть топики, с которых наваливает по 8 тысяч в секунду. И у нас таких топиков штук 40. Ну, не все такие. Ну, в среднем, там, я думаю, 20к-30к месседжей в секунду мы процессим. И плюс это там разные calculation. То есть тебе приходит с разных Kafka топиков месседж, тебе его надо склеить в один, навалить какие-то odds adjustment, вот эти все моменты, там, положить в Mongo. И это все надо делать за миллисекунды, типа там не больше там 50 миллисекунд. Вот. Мы это все делаем на F-Sharp. До этого у нас был кейс с event sourcing. Мы еще не закончили этот application. Мы писали, короче, widget management API вот, для виджетов, чтобы их менеджить. И там у нас есть CQRS, event sourcing. Там важность есть, ну, важно клиенту, чтобы он мог трекать историю и плюс rollbatchиться, типа time-traveling у него был. Вот. Под эти все кейсы F-Sharp просто идеально ложится. Как мы его используем? Мы его используем так, что мы пишем все на C-Sharp, клиентскую, все очень, типа два класса каких-то, два контроллера, не знаю. Все дальше идет проброс на F-Sharp. Вот. Почему, собственно, вообще F-Sharp, почему это все? Ну, если очень просто, вообще забодало, нереально забодало. Три проекта, вот когда я зашел, новые проекты мы просто тупо переписали. Вот чувак стартует на C-Sharp, он пишет код, и через буквально 3 недели я начинаю что-то туда коммитить, и все, и понимаю, что все, там ничего нет. Просто там откуда ничего не остается, как бы перепис идет на F-Sharp, потому что там не domain-driven design, фиг разберешь этот код. А пообмазывались этими iLogger'ами. Нафига от iLogger'а абстрагироваться? Есть у вас serial? Не, абстрагируемся iLogger'ом. Я говорю, Вася, ты же понимаешь, что у тебя serilog? У serilog'а есть специальный специфический синтаксис. Ты когда пишешь там в writeLine, ты дистрактишь объект. У тебя какой-то log for net или пофиг что, так не умеет работать. Ты понимаешь, что если ты выкосишь, поменяешь на какой-то iLogger, у тебя будет туда наваливать, что попало. Тебе реально придется вот в каждый line пойти и поменять. Все эти моменты с сайд-эффектами меня просто бесят. Реально чуваки с OOP-шным бэкграундом, просто OOP головного мозга, они не умеют с этим работать. Ну и понятно, что мы как бы сразу его туда, и все, и на F-Sharp переписали. Вот. Ну и как бы вот цепочка. Все же как бы хихикают и думают, а это F-Sharp, это FP, это как бы что-то другое. Это не другое, это просто путь развития. Если ты хочешь быть крутым чуваком, на собеседовании выносить ООПшников в хлам, то как бы тебе надо учить FP и F-Sharp, потому что по-другому не получится. Вот. Начинаешь вот здесь, учишь вот эти паттерны. Зачем эти паттерны учить? Когда к нам приходит чувак с каким-то хорошим, солидным листом паттерном, он на самом деле показывает, насколько он ужасен. Вот. Потому что это просто потеряйся синглтонами. Ты заходишь реально в компанию, открыл дверь, сидят два Васи, открыли клин-код этот с клоуном чувак, который его написал, и сидят фабричный метод, фабричная фабрика, фабричный. Конечно, леща хочется зарядить хорошего, чтобы не писали там фабричных методов. Ну и да, почему функциональщина, да?
три property, которые must have, базовые, то есть это просто в этой культуре оно есть. То есть это не то, что ты взял, меня вот добивает, когда чуваки рассказывают, так вот есть F-Sharp и C-Sharp, они же почти что как бы дуальные. Ты же можешь все фичи, которые на F-Sharp есть, выразить на C-Sharp, и вот там C-Sharp заваливает функциональные фичи, это как бы тренд, не просто же так функционально. Но толку как бы ноль, потому что эти все моменты, они в культуре, типа по барабану, что ты на C-Sharp, в культуре этого нет. Потому что все ващицкие клин-кода начитались, ты ему рассказываешь, у тебя функция не тотальная, а он тебе книгу, клин-код, начитал. Что ты мне будешь читать, это клин-код? Короче, эти три property очень важны, и в этой культуре они поддерживаются. И все девелоперы после где-то недели, то есть то, что мы видим, slowdown идет неделя. Вот если чувак писал на C-Sharp, ты ему забрасываешь, guys, надо подучить F-Sharp. Где-то две недели они там что-то подучили, все. Потом он начинает пилить, где-то неделя у него идет slowdown. То есть неделю он будет делать, ну неделя, может две, таску не так быстро. После этого F-Sharp для него fluently. Вот это кусок кода на C-Sharp, который был написан полтора месяца назад. Это вот, чтобы вы поняли, новый проект. Вот тупо новый. Мы дали там сделать прототип. Давай на C-Sharp напишем, ты как бы шаришь быстро. Да, напишешь. Что здесь получается? Статичный метод по барабану. Вот, items cache reference. Что это такое? Вот этот items cache reference, это штука, то, что в… Какое здесь нарушение происходит? Здесь происходит нарушение изоляции. Ты как бы, у тебя есть implicit dependency на вот этот items cache reference, которую ты как бы туда засунул, засандалил, что ты будешь с ней делать? Ничего, ты ее не подменишь, ничего. Потому что эти моки, откуда это все растет. Вот. Потом дальше он идет. Data time UTC now. Как ты его будешь тестить, Вася? Вот как? Вот как ты будешь это тестить? Кому? Ну, он мне рассказывает, а что, я сел, запустил, работает. Потом вот эти знаки вопроса. Вот знаки вопроса. О каком детерминизме вообще может речь? Вот эти знаки вопроса, это же в C-Sharp 6 добавили, а эти типа, ух, сейчас мы навалим. И они же пилят, чтобы null ref не случилось. И ты когда смотришь на этот код, на что мне здесь ориентироваться? Какие здесь контракты? Тут все unpredictable. Просто вот вообще все. Его просто выбросить хочется. Как мы это все на F-Sharp переписали? Это старый код, сейчас он чуть-чуть не так выглядит. Вот у тебя maybe-монатка, вот все красиво. Выглядит как keyword. Потому что в F-Sharp есть фичи для этого. И он смотрится красиво. Вот у тебя кэш-гет. Ты видишь, у тебя заходит кэш. Кэш заходит, ничего плохого. Это явно заходит такая dependency кэш. Окей. Current time заходит тоже явно. Теперь я могу сюда и 2005, и 2003 год. Вот как я вот сюда подставлю 2003 год? Никак. Вот мне надо, а потом я буду гуглить. А дайте мне фреймворк, который сможет мне вот этот data time UTC now там в core CLR замокать, чтобы она мне 2003 вернула. Вот чуваки просто с OOP-бэкграундом просто базовые принципы не выкупают. Ну, понятно, как бы напрашивается хороший лящ, и все. Больше ничего. Domain-driven design. Domain-driven design делается, что бы вам что ни показывал, в 100-500 раз круче на F-Sharp. Реально у вас type-aliases есть, у вас есть эти все алгебрические типы, на которых вы можете выстроить вашу логику мега красивой, все state-переходы, все это вы делаете domain-driven design мега классно. CQRS event sourcing. Сам Грег Янг, я не помню, какого, может, года два назад в докладе он рассказывал, насколько это вообще как бы природа этого ивент-сорсинга, она функциональна. Почему это так? Потому что в FP есть такая штука, как левый фолд. Левый фолд — это самая стандартная операция с работой, там, не знаю, с какими-то секвенсами. Вот. И вот твой левый фолд. Первая функция принимает state, event и возвращает новый state. Все. Сюда перекидываешь zero state и перекидываешь event list, список ивентов. Вот как это реально, ну, в action работает. У тебя load events и передаешь stream ID и фолдом фолдишь и выводишь текущий state. Это вот сорцы с нашего кода, типа все. Как работает сам агрегат? Там же в OOP это начинается 5 наследований, 5 каких-то иерархий наследований, вложенности и там iSimple Identifiable. Такие интерфейсы, блин, нейминг такой, просто вешаться хочется. Здесь у тебя просто тип агрегат, у тебя он принимает параметрически, у тебя принимается 4 дженерика, zero state, apply и exe. Вот у тебя apply идет state, event и новый state. Все, на state ложишь event, получаешь новый state. Все. Сама природа event-сорсинга, она мега простая, она как бы вшита в FP вообще парадигму. Как выглядит простой command handler? Ты берешь, делаешь агрегат, вот сформировал агрегат, тебе зашел этот bulk репозиторий, ну окей. Потом ты делаешь агрегат, create handler, создал handler, вот ты навешал сюда load, передал функции, создал command handler. Вот твоя функция, метод handle. Этот метод handle ты с C-Sharp выбрасываешь, он как бы торчит. И тогда в контроллере создается команда, и на этот метод handle передается команда и ID агрегата. Все. Дальше у тебя result, и ты там хендлишь. И вот что важно, я хочу подчеркнуть. Вот у меня в try-catch я написал, ну мало ли, может MongoDB, как в прошлый раз, не захочет работать. И вот здесь exception валится в баг.
потому что у меня в F-Sharp все эроры, у нас во всех проектах есть все эроры, мы все вообще знаем четко, какие эроры могут быть. И что как бы мы не знаем, это бага. Все, вот оно бага. Оно залогирует тебя багу, все, будешь искать в Elasticsearch, покажи мне баги. Все. Dependency rejection. Ну, этот принцип, наверное, Мартин уже раскрывал. Есть, базируется он на очень простой идее, что тебе не надо наваливать в свой домен разных абстракций, которые сайд-эффекты плодят, разных там пабсабов, разных агрепозиторий и все такое. Потому что это все приводит к тому, что ты будешь мучаться своей логикой, будет у тебя TDD с моками, а с dependency rejection у тебя TDD без мока, все по красоте, я покажу код. Вот, к примеру, object-oriented, 2017 год, 12 октября, совсем недавно, да, пару дней. Вот чувак пишет, подскажите мне антипаттерн, который, вот антипаттерн для тестов, которые моки, которые вызывают другие моки. Ну это вообще как? Вообще что это, блин? Типа мок вызывает другой мок. Это что? Вот это ООП. А на самом деле идея очень проста. Это стандартный сценарий любого типа stateless микросервиса, сервиса, как хотите называйте его. Есть валидация, есть какой-то data access layer, поднимаются данные с базы, decision maker, вот тут ты делаешь decision, сейвишь в базу, response. Что ты реально здесь можешь тестить, именно TDD, да? Только вот этот вот decision и какую-то валидацию, все. Как происходит в ООП? У тебя есть домен, ты туда засандалил репозиторий, причем боги enterprise это показывают на конференциях. Они реально будут тебе откроют, покажут тебе, как они репозиторию, хоп, херак, хоп, мок, все зашибись, все работает. Теперь вопрос. У тебя этот репозиторий, что ты делаешь в моке, ты говоришь, репозиторий, верни мне юзера вот с таким айдишником, как бы сетапишь. И теперь вопрос. Чего там репозиторий? Вот ты говоришь, верни мне юзера, так возьми этого юзера, создай, вот тебе юзер, вкинь логику вот сюда в decision, и он тебе вернет респонс. Все, вот это именно логика. Вот это именно логика, то, что бизнес, то, что ты делаешь реально. А вот этот репозиторий — это сайд-эффект. Его не надо так тестить. Пиши интегрейшн-тесты на эту всю штуку, и все. У нас это все именно так работает. Мы стартуем только с интегрейшна. Юниты мы никогда вначале не пишем. Конечно, боги интерпрайза будут рассказывать вам басни, тренинги там делать, как они там классно стартуют проект, там юнит-тесты. Еще мне очень нравится, как оно... Типа, ты сел, типа, вот мой код, он не работает. Вот сейчас я тестик написал, он красный. Я теперь, смотрите, чик-чик-чик, зашел, хоп, он зеленый. И что? Вот реально, что? Ну вот зеленый, он и что толку? У тебя false positive, у тебя сейчас начнет наваливать нормально какие-то tricky кейсы, у тебя все это поплывет, просто поплывет. Поэтому тесты. Если посмотреть, я делал летом в Харькове выступал, и там я паблишил просто white paper, где написано, что в 70-х годах люди, которые начали делать кемпы, конференции по DDD, там одно из самых верхних, там строчка написано, что у DDD должна быть destructive perspective, то есть сама как бы природа DDD — это в хлам расхерачить твой модуль, просто в хлам его расхерачить. Ты вот такими, а, тут красное, тут зеленое, ты его никогда в жизни не расхерачишь, потому что ты все use cases не можешь написать. Ты не можешь, ты попробуешь, там 2-3 пробива таких сделал, да, ну окей. А потом что-то вот такое минус 2 зайдет число, и ты по индексу пойдешь где-то и ляпнешь с null ref exception. Все. Поэтому мы стараемся с тестами делать только делать вещи property-based тестирования. Есть такой фреймворк в Haskell, вот видите, год. Потому что все крутые штуки оттуда идут. И вот видите, когда они давно создавались. Quick check. На .NET есть FS check. Он есть, бандинги есть для C-Sharp, вы можете это юзать. С C-Sharp, конечно же, будет не так все просто, если вы пишете код не в FP-стиле. Потому что, что, у вас там репозитории эти все, а эта фигня репозитории не умеет генерировать сама. Она будет вас просить, чуваку, ты репозиторию, давай генерируй. И ты как бы, ну, это не очень прикольно. У нас есть кейсы, где мы генераторы используем их, но их довольно мало. В основном это просто какие-то дата-структуры, и эта вся фигня, она сама эти дата-структуры наполняет. Например, у тебя там юзер есть first name, last name, она сама туда наваливает буквы, email, что-то еще, и потом как бы забрасывает 1000 раз в твой тест, и он выполняется. Я покажу куски кода, посмотрим. Load testing. По поводу load testing мы используем Gatlin, Scala. Это фреймворк. Мы смотрели Visual Studio Ultimate, там что-то имеет, но оно только работает, да, в Ultimate, у нас нет бабок на Ultimate, и оно очень фиговое. Я не знаю, насколько там вообще оно load создает, графики рисует, просто такие, какие я в первом классе рисовал. Очень уныло все. Давайте я покажу чуть-чуть source. Ну вот, к примеру, то, что я показывал, вот этот хендлер с F-Sharp.
Вот как выглядит стандартный проект. То есть есть какой-то домен, у тебя есть тут домен, инфраструктура, common handler и все такое. Я не знаю, видно, не видно. Я попробую сейчас. Чик-чик-чик. А что у меня зумчик не работает? Ну, сейчас вот как выглядит контроллер. Вот, например, мы там создаем. Я думаю, код вот этот видно? Окей. Вот мы как создаем балк. Типа есть агрегат ID, создает какая-то информация. И потом создается команда. F-Sharp, кстати, сам генерирует вот эту штуку. Команда называется, например, create bulk. F-Sharp добавляет вот этот new, и ты с C-Sharp видишь его так более красиво. Генерируешь команду, в handler вбросил, все, и returnишь result. Больше ничего. Никаких try-catch, ничего нет. Вся эта штука у нас там в F-Sharp засунута. Вот. Что еще? Какой еще, не знаю, показать? Вот ETL. Это наш проект сейчас, на котором мы работаем. Вот покажу. Вот integration-тесты, вот юнит-тесты. Вот, например, то, что я говорил, property. У нас есть тесты, и вот они все, видите, промарканы property. Оно отличает тем, что вот в юнит-тесте ты сам указываешь значение, в property-based ты как бы рандомно начинаешь наваливать. Ты просто, этот тест, он выполнится там 2000 раз с разным инпутом. И ты как бы пробьешь, что твой как бы функционал работает корректно. Вот мы в данном случае пробиваем наш flow, что наш flow там, он правильные команды, правильные экшены, грубо переходы должен генерить, и мы как бы все пробиваем на F-Sharp, на этих property-based. У нас много таких кейсов, где мы юзаем property-based. Тут все property-based. Что еще такое с интересного? Да, вот покажу application C-Sharp. Это F-Sharp, ну, понятно, тут очень много логики, всего. Кстати, было прикольно слушать, мне рассказывали. А, вот Игорь показывал, там в C-Sharp есть cancellation token, и это работает мега просто. Ты просто берешь cancellation token и в while true loop проверяешь, он заканцелился или не заканцелился. Как это работает в F-Sharp? У тебя есть, вот я создаю cancellation token, я его вбрасываю, все. Больше ничего. Вот в этой цепочке, он там вбросился в этой цепочке, вот в этой цепочке F-Sharp сам внутри генерит вот эту проверку. If оно там cancelled, если что, короче, он тебя cancelled. Ты сам вообще код не пишешь. Вот. Что еще? В общем, касательно логики всего в два раза, сразу говорю, раза в два будет кода меньше от F-Sharp. И он будет чище, он будет мега более понятней, ну, если ты его умеешь читать. Чтобы научиться читать, надо там, не знаю, дня два потратить. Синтаксис довольно, ну, такой примитивный. Потом через время ты его смотришь, он чем-то перекликается с C-Sharp. Эти леты, они выглядят как var. Например, вызов функций, методов выглядит почти так же. Ну, поэтому мы, например, стараемся by default не делать там каких-то карированных функций, вот этого всего. Мы делаем как на C-Sharp, тюплы пробрасываем и все. Выглядит как на C-Sharp. То есть где это надо, где тебе надо какой-то piping, partial application, мы это делаем. Если не надо, этого не делаем. То есть это только for purpose. А так, по поводу load testing, да, я хотел сказать. Вот Scala — это фреймворк. Этот покажу simulation. То есть мы делаем очень сложные кейсы. У нас есть кейсы, где мы там с Signalar работали через Java, либо получилось все очень плохо. Signalar клиент на Java, что-то работает нереально глючно. Мы что-то там только 4-5 юзера могли concurrent запускать. Не знаю почему. Вот. Но этот фреймворк, он выглядит очень OOP-подобным. Сейчас я чуть текст увеличу. Выглядит, ну они старались специально, чтобы не отпугнуть аудиторию джавистов. Вот. Здесь создается симуляция, вот ты билдишь типа как этот Fluent интерфейсом, сетапишь свой HTTP хедер, и вот твой сценарий. Называешь сценарий, начинаешь наваливать. Вот сейчас в данном сценарии, что бы мы сделали, мы попробовали протестить .NET Fest, какую нагрузку держит. Ну, просто интересно. Я его вчера своего тазика, конечно, быстро завалил, мы сейчас это проверим. Сейчас у меня выставлено, тут, кстати, очень прикольно, сейчас покажу. Ты описываешь, вот ты сетапишь, инжектишь, потом ты пишешь количество юзеров, вот тут константное количество, тут постоянно раз в секунду там по 3 юзера добавляются, они как бы наваливают. Вот. Здесь можно выставлять, и там ты держишь этот лоа, там в течение 5 секунд у тебя наращивается количество юзеров. Тут разные есть техники. Есть просто ты говоришь, вот есть 100 юзеров, и давай их, короче, плавно наращивай и увеличивай. Есть как бы сразу по 100 в секунду наваливать. Тут разные как бы есть вариации этого всего. Ну сейчас вот типа 3 юзера в течение там 5 секунд она будет наваливать. Ну вот сейчас запускаем. Типа сейчас он, это типа через консоль он работает, он тебе показывает, какие здесь есть сценарии. Вот я выбираю наш NetFest и запускаю. Тут можно ID-ху присвоить, какой-то description. Ну и начало наваливать. Сейчас посмотрим.
он должен нормально отработать. Три юзера в секунду – это не так много. Ну, вот. В принципе, фейланулся один раз, не страшно. Waiting 0 у него, active. Во. Что мы видим? Мы видим вот в тайминг, мы видим меньше 800 миллисекунд, 2%, 13%, 2 реквеста всего, довольно мало. Мы видим, что больше секунды отвечало 73,5. Я сейчас покажу, какие он графики генерит. Вот ты заходишь в репорт, и он тебе делает HTML. Очень классные тут интерактивные графики. Там есть еще тула такая у них в Java стеке, которой ты скармливаешь лог-файл этой фигни, и там есть другие графики, которые еще по-другому тебе могут показывать эти логи. Но это стандартный типа graph-based view, который идет с Gatlin'ом. Ну, ты можешь смотреть разные там респонсы, как шли, видишь там. Ну, оно очень такое интерактивное, UI-чик такой прикольный. Прикольно кастомерам показывать, насколько мы крутые. Вот, details. Ну, я просто так делал пару раз на всяких вылазках. Вот. Теперь давайте попробуем чуть-чуть больше нагрузочку дать, чтобы он как бы потух. Ну, давайте 10 ему. Сейчас 10 юзеров. Сейчас будет прикольно посмотреть 100 секунд. Но он, мне кажется, на первой десяточке ему хана. Чтобы вы поняли, какими мы цифрами оперируем, у нас там 1000. Сразу 1000 реквестов concurrent наваливать в секунду. Так мы типа тестим. Так, ID. Ну, погнали. Сейчас он начнет сыпать мне здесь эроры. И давай. Не, держится. А может, они подкрутили? Вот, waiting. Видите, сука, уже очень много в ожидании. О, все, повалило. Теперь заходим. .NET Fest, вот он. Заходим сюда. Сейчас я F5 нажму. Ну и все, .NET Fest лежит. Не ответит, наверное. Ну, короче, до свидания. Ну вот видите, стазика реально положил этот сайт. Причем, сука, там 10 юзеров. Ну, по-моему, он даже 5 юзеров не держал. Concurrent user, 5 чуваков, сейчас заходит, все, нет сайта. Класс. Так, что у меня? 5.04. Я думаю… А, не, я еще не закончил. У меня еще есть ништячки. Так, по поводу Gatlin'а я рассказал. По поводу Induced Damage. Это прикольная штука. Мы ее частично практикуем. То есть SBTech форсит нас частично делать какой-то open source. У нас есть там open source, мы там для Terraform, у нас там отдельно есть команда этих девопсов, которые там на Terraform, Ansible, все такое пишут. У нас там есть штуки, которые они на Go пишут для Terraform. Вот, они это все open source-ли. Мы сейчас написали на F-Sharp тулу, которая делает этот induced damage, но она такая пока что простенькая, она просто тачки шатдаунит по какому-то там тайминг-бейс штуке. Там YAML-файл, ты его сетапишь и пошел. Она начинает там в кластере, в определенный кластер выбираешь, там указываешь, она начинает там шатдаунить рандомно. Дальше мы можем больше туда стратегии докинуть. После этого мы бы хотели там latency injection, например, рвать network, делать какие-то партишены между нетворками, чтобы посмотреть, как система реально себя ведет. Это мега важно. Есть еще такие штуки, когда ты инжектишься в тачку и начинаешь там CPU, просто начинаешь какие-то обсчеты делать, и наращивается сильно CPU, и ты смотришь, как твоя тачка себя ведет. Так же само с memory. Ты начинаешь просто флудить куча in-memory объекта, начинаешь там, не знаю, стринги там клепать, конкатенировать, что угодно, чтобы набить memory и посмотреть, как твоя тачка себя ведет. Это все мы как бы будем девелопить. Сейчас это в Google Cloud, в GitHub можно пользоваться этим. Оно работает только с Google Cloud. Мы бы, конечно, хотели там это и для Azure добавить, такие штуки и для Амазона. Но на самом деле все очень просто. Можно очень просто как бы проверить ваш как бы environment даже без этих штук. Вот реально. Оно-то кажется, о, это на какой-то фреймворк. Ты просто зайди себе в кластер и попробуй потушить тачечки и посмотри, как оно работает. Вот буквально там неделю назад звонят ко мне ОПшники. У них с Erlin'ом какая-то трабла. Три тачки в кластере, две друг друга видят, а одна не видит. Что случилось? Мы не знаем. Пишите синглтон. Чуваки, пишите синглтон, сейчас все решится. Вот. Ну понятно, что там произошел партишн. Говорю, пробей его по IP. Оно видит, не видит. А, теперь видит. Теперь оно вклинилось, все. Такие как бы моменты ты просто руками можешь проверить, как твоя тачка. Не надо еще идти в этот весь сегмент вот этих фреймворков, то, что Netflix там делает. Можно просто ручками попробовать подключать. Это уже как бы тебе много чего даст. Ну, будешь понимать, ну, хендлит, не хендлит.
Итак, summary касательно интегрейшенов. Не идите, вот вы стартуете проект, не слушайте этих богов enterprise, которые вам тренинги будут там по TDD делать, просто лещей сразу и все, до свидос. Делайте dependency rejection и делайте integration тесты в первую очередь. Эти Васечки будут вам рассказывать, что integration тесты работают мега медленно. Это частично правда. Если вы с самого начала их не тюнили в жизни, они у вас будут работать мега медленно. Мы с самого начала начинаем их тюнить, и мы читим. Во многих случаях мы реально читим. Мы не весь флоу пробиваем. Вот у нас, например, есть проект, в котором используется Rabbit, в котором используется Orleans, в котором используется Mongo, еще чего-то. И весь full, и Signalar, который мы тоже выбросили уже. И чтобы этот весь full cycle проверить, это капец, надо API поднимать, Orleans. Это все очень-очень жестко, очень дорого и очень долго. Мы здесь читим, мы выбираем какой-то subset, мы выбираем Orleans и Mongo, мы видим, что Orleans нам может там push-based вещи скидывать. Все, нам тут Signalar, вот этот connection с клиентом, это все не надо. И мы начинаем как бы тесты с ним работать. Много тестов, которые там сейчас работают, выполняется по где-то до 100 миллисекунд. Это 50 миллисекунд, 100, 200 миллисекунд, есть секунда. Есть тесты с тайм-рейнджем, которые работают по 30 секунд. Их там штук 4 или 5 таких. Вот. Но мы много читим. С Kafka, например, мы читим тоже. Я сейчас покажу, например, как мы с Kafka читим. С Kafka вообще очень сложно state. То есть у тебя есть Kafka, ты туда навалил месседжи, и дальше ты хочешь как бы новый тест начать. А месседжи в Кафке. Тебе надо ее как бы почистить. Почистить ее — это грохнуть Zookeeper, потушить Кафку, сказать Кафке, грохни свои топики, она пока это сделает, потом обратно поднять там Zookeeper. Или нет, Zookeeper, по-моему, ранится. Это все. Потом ты поднимаешь свой сервис, коннектишься к нужному партишену. Это все будет работать секунд 15-16. Ну, у нас старт идет где-то с Кафкой. Ну, может, 10 секунд, я не помню. Может, 8. Но это все равно типа не очень быстро. Что мы делаем? Мы в дебаг-режиме, например, сейчас покажу. Мы в дебаг-режиме вкомпиливаем вот такую штуку. Программ. Сейчас это C-Sharp на плохой код. Zipkin. Ну, я по-другому бы назвал. Но, ну, нам на самом деле пофиг. У нас тут сайд-эффекты, и мы только их здесь и делаем. Поэтому нам все равно. На C-Sharp сейчас, погодите. Где-то мы тут вкомпиливаем. Сейчас, я лучше так найду. Watchdog. Вот. Вот мы в дебаг-моде, вот когда мы билдим в дебаге, мы вкомпилируем вот этот watchdog cleaner. Что это делает? У тебя сервис стартует, и он смотрит какой-то фолдер. Теперь твой integration тест после окончания какого-то теста, у него там teardown идет, он просто файлик наваливает, эта фигня реагирует, видит файлик и просто state у себя чистит. Я сейчас покажу. Сейчас я перейду сюда, вот F12. Вот тут мы смотрим фолдер watchdog, и мы чистим кэш, вот clean кэш. Мы dependency перебиваем, делаем resubscribe на всякие мониторы, всякие кэши. Все, почистили state, теперь новый тест. Таким образом, мы сильно экономим время. У нас, в принципе, тест сейчас отрабатывает где-то от 2 до 3 секунд. Это не быстро, это не миллисекунды, но это специфичный кейс с кавкой. Это реально кейс с кавкой. Но благо у нас все юнит-тесты, все эти штуки без моков здесь, и мы очень много чего теперь юнитами пробиваем. Почему еще я травлю за то, что юниты не юзайте? Потому что, скорее всего, вы вначале не сможете замоделить нормально ваш домен вот со старта этими юнит-тестами. Вот, ну, не сможете. Вы нормально попасть с моделью очень сложно. Мы уже несколько раз, я думаю, у вас такое было. Вы написали проект, прошло там 3 месяца, и вы после этого смотрите и думаете, блин, а вот эти штуки можно было вот так сделать. И вот тогда, вот этот момент, когда вы вот так сделаете, ваши тесты все посыпятся. И тогда, если вы начинаете с интегрейшеном в самом начале, у вас как бы все классно, потому что у тебя контракты input-out, output, то, что там в базу идет, они очень редко меняются. У тебя тесты не будут такие fragile. Просто начинай их тюнить с самого начала. Сейчас есть докеры, все эти штуки. У нас, например, мы кейком там докер ап написал, у тебя докер поднялся, все база, Mongo, все у тебя локально. Все, что? У тебя нет shared базы, как раньше эти Васечки будут тебе рассказывать, о, у тебя там shared база, все будет работать медленно. Ты ему сразу леща и все, докер взял. Сейчас уже не тот левел, вообще не тот левел. Come on, какие юнит-тесты, какие начинают TDD показывать мне свои визарды. И вот смотрите, оно ранится параллельно, там зелененький, и что толку? Короче, делайте нормальные интегрейшены и юниты выбрасывайте, пишите property base, потому что property base реально… Я бы хотел показать, у меня буквально даже вот в скайпе был коммент от Дениса Холода, который со мной работает. Вот он начал, написал модуль, сейчас начал property base покрывать, говорит, блин, только сел, сразу багу нашел. Типа с юнитом так не происходит быстро. Ты реально напишешь, оно все зелененькое, все классно. Короче, summary все. Спасибо за внимание. Мы хайрим.
в SBTech. Если что, обращайтесь, пишите нам на почту, на сайт заходите. Пару слов еще. Если вам интересно вот этот load-тестинг и все эти штуки, мы проводим Kyiv F-Sharp User Group у нас в Гулливере в Сиклуме. Приходите туда. Это, по-моему, 4 или 5 ноября. Вы на Фейсбуке можете найти просто Kyiv F-Sharp User Group. У нас будет два ивента. На один ивент мы привозим чувака с Польши, с Бартаза. Он core-developer AK.NET. Он будет рассказывать про то, как они push-based streaming сделали, reactive streams, как они делают там всякие обзоры, был фримонады и все такие штуки. Очень крутой чувак. И на первый доклад у нас будет ребята с SBTech, они расскажут про то, как мы юзаем Cake в нашей организации, очень круто зашел. И мы расскажем про то, как мы тестим load-тесты, там больше будет мяса с гатлином, со всякими другими штуками. Приходите. Все, всем спасибо. Если есть вопросы, спрашивайте. У меня уже время на самом деле нет, я не знаю. Может, один-два вопроса отвечу. Если... Боюсь леща получить за вопрос. Да ничего страшного, я добрый на самом деле. Я добрый. Окей, допустим, вот я смотрю, у вас вообще вы не привязаны к Microsoft никак, то есть у вас там тут Kafka, тут у вас SQL Server нет, все круто. А почему тогда не Haskell? Почему именно F-Sharp? То есть вот мне, например, я сейчас стартую в функциональный мир, и зачем я мне понял. F-Sharp, почему? Я понял. Отвечу на вопрос очень просто. В Haskell очень, очень плохой тулинг и очень плохой, ну, вообще какой-то environment для там, ну, либо библиотеки, вот эти все моменты для такого enterprise, когда ты там работаешь с базой, с кавкой. Вот совсем там, например, под кавку там драйвера нет в Haskell, скорее всего, я вангую, там нет. Ну, вот такие, короче, моменты. Очень, очень плохо там с этим. Поэтому не Haskell. Ну и тулинг. В F-Sharp неплохой тулинг. Они в 2017 студии вообще неплохо накрутили. Там сейчас, например, IntelliSense уже open. Он не такой, как в C-Sharp, далеко не такой. Но там ты уже можешь тайпить какой-то типчик, и у тебя нет юзинга, и он тебе говорит, вот есть юзинг, подключай. И еще одно скажу, что F-Sharp себя не ведет так, как вы можете думать, когда вы пишете, играете с ним. Все чуваки, которые рассказывают на конференциях про F-Sharp, половина с них его не юзают в продакшене. И поэтому вы сразу спросите этого чувака, который травит за F-Sharp, чувак, ты используешь его в проде? Если не, давай до свидания. Что еще? Ну, я просто это по expectation своему, потому что до этого я думал, он так заходит, когда ты его реально на команду запускаешь, он вообще не так заходит, потому что там debugability не такое вообще, и есть кейсы, когда тебе реально надо дебажить. У нас очень много таких кейсов вот в сложных проектах. Когда у тебя какой-то тупой крад, то, ну, там вообще от F-Sharp, я не знаю, профита, вообще профита не вижу. Если у тебя не тупой крад и сложные там переходы, все такие моменты, тебе часто надо что-то задебажить. Я еще одну секунду украду, вот покажу, как мы процессим вот это штука, это класс. У нас на самом деле в F-Sharp есть вот на этом проекте, по-моему, три класса, три инстанса, все, три объекта. И нет наследования. Вот видите, просто есть класс, заходит сюда flow, какая-то функция, все, больше ничего. Здесь есть метрики, вот логирование. У нас это все не спредит по коде, у нас оно все засепарировано в одном месте. Вот ты логируешь, все, больше ничего нет. Нигде в коде нет логирования, в одном месте. Метрики такие же самые штуки. Это очень тебе позволяет сепарейтить, у тебя чистый flow получается, все мега классно. Окей. Нет? Короче, я уже затянул время. Там следующему докладчику 5 минут осталось, поэтому...